Андрей Макаревич пел, пил и приплыл. Чуть ли не в буквальном смысле. Его парусник, сделанный из бочки, занял в зале центральное место. Это одна из 9 креативных конструкций, показанных на выставке «Glenfiddich Barrel Art Russia 2009». Она открылась 23 апреля в Центре современного искусства с исторически пьянящим названием «Винзавод». Можно сказать, что в бочках запечатана история. Чем дольше выдержка, тем изысканнее букет напитка. Когда вы берете бокал, например, с виски 12-летней выдержки, вы невольно задумываетесь о том, что происходило в вашей жизни 12 лет назад. Каждый год имеет значение. Эта идея выставки объединила творческих людей самых разных направлений. Каждый из них выбрал год, который играл решающую роль в его жизни. Затем из бочек именно тех лет были созданы символические конструкции, отражающие индивидуальность каждого из участников. Музыкант Андрей Макаревич и художник Владимир Цесслер выбрали 1991 год. С их точки зрения, именно тогда многие ощутили ветер перемен. Мы выбрали диски 2012 года и сделали корабль под парусами, потому что на моей памяти никогда не было такого количества и качества надежд, как после августа 1991 года. Нам было просто приятно в этом проучаствовать. Сделать из бочки какое-то произведение. Каждая из работ вызывала истинный интерес публики. Люди с любопытством заглядывали в бочку Алексея Германа-младшего с экраном на дне. Кинорежиссер запомнил 1991 год как некий водораздел, точку отсчета до и после. Санки с надписью 1988 – символ самых счастливых переживаний, потрясений, открытий из детства Петра Налича, когда ему было 7 лет. Теперь он стал музыкантом, известным уже не только среди интернет-аудитории. Дизайнер-футурист Яр Рассадин из бочки 1988 года сделал забор. Художник пояснил, что его проект про гаражи заката советского периода. В них много времени проводили те, кто родом из СССР. Эту небольшую субкультуру он обозначил символами. Эксперты спиртных напитков Эркин Тузмухамедов и Зарикто Даржиев ломать бочку 1979 года не стали. Они разукрасили ее в глобус – знак объединения всех национальностей мира. А их коллеги-миксологи, профессионалы коктейлей Бек, Нарзи и Александр Кан, превратили старую бочку в гигантский шейкер. 1994 год вспомнил бизнесмен Максим Каширин. Тогда он открыл свою компанию. Все слова, которыми можно передать ощущение человека, начинающего свое дело, нашли свое воплощение в дизайне бочки. Дизайнер одежды Дмитрий Логинов изобразил символ калейдоскопа жизни. Он вспомнил 1997 год как начало своей деятельности. Модельера тогда потрясло известие об убийстве Джанни Версачи. В том же году была клонирована овечка Долли. Журналист Андрей Колесников разобрал бочку и сделал из нее лестницу в небо. Автор идеи подчеркнул, что 1988 год для него связан с постоянным движением вверх. Каждый год как новая ступень. Бочка – это оригинально, это здорово. И действительно, сколько всего можно сделать из одной, казалось бы, такой простой вещи. Да, бочка. Во-первых, я первый раз вообще на винзаводе. Такое я слышала и знала, что такое-то какое-то продвинутое, модное, очень такое интересное место. Но как-то вот не доводилось мне сюда дойти. Я еще очень рада, что я здесь оказалась. Мне здесь очень нравится. Здесь хорошая атмосфера. Единственное, мне кажется, громковата музыка. Жалко, здесь нету Петра Налича. Во всяком случае, я его не видела. Я еще сюда пришла, чтобы с ним познакомиться. Он мне очень нравится. И санки у него такие замечательные. Кстати, наверное, это символично. Около Налича стоит. Это уже вторая выставка Glenfiddich Barrel Art Russia. Надеемся, в следующем году она впечатлит публику новыми творениями.